У села Чобручи на Днестровских перекатах строят смотровую площадку. Это место, где Днестр раздваивается, образуя Трунчук. Туда съезжаются на экскурсии школьники, молодожены устраивают фотосессии, а местные жители ходят на шашлыки. Подробности у Алины Ганган. Теперь фотографировать перекаты в Чобручи будет намного проще. Это излюбленное место у приднестровцев и туристов. Там решили сделать смотровую площадку. Она спряталась вот за той огромной ивой. Сейчас смотровая площадка выглядит вот так. Установлены металлические колонны, приваривают лестницу и укладывают плитку у входа на первый ярус площадки. Глава села рассказывает, такая площадка на перекате нужна была давно. В наших, особенно вот местных чатах, вот районных и сельских, и самая обсуждаемая тема, что строится на так называемом водопаде. Конечно, я в шутку пишу, что мы строим мост в будущее, но мы строим тут обзорную такую панорамную конструкцию, чтобы можно было прийти, сесть спокойно и посмотреть, и полюбоваться на природу. Вот так смотровая площадка будет выглядеть в пятницу, когда ее должны доделать. Проект немного изменили. Сначала смотровая площадка состояла из трех ярусов, но один решили не делать, чтобы не спиливать деревья. Смотровую площадку построили за неделю, но в устойчивости конструкции сомневаться не стоит, говорит Федор Алексеевич. Единственное, чего стоит бояться, это наводнение. Где мы сейчас находимся, да? Вода поднимается еще на 6 метров. Да, еще на 6 метров. То есть эта вся конструкция, которую мы создали, она будет в воде. Стараемся, чтобы она выдержала. Ну, вода как вода, для того, чтобы под Днестру течет и бревна, и деревья, и все остальное. Вокруг смотровой площадки на перекате, говорит глава села, установят столы и три беседки с камышовой крышей. Это уже будет не только фотозона, но и место для отдыха. Алина Ганган, Игорь Мацота, ТСВ.